Шифрин Леонид, еженедельник «Мое». Владимир Леонидович, в каких компонентах сегодня команда уступила сопернику? Чего не хватило? Не хватило ошибки не совершать. Мы первый эпизод, вместо того, чтобы играть вперед, поперек даем передачу и обрез, и мы бежим обороняться. Поэтому неорганизованно сели, поэтому пошла передача, опорник туда не сел. Второе, концовка первого тайма, опять же, неправильное решение, опять обрез поперек, и поэтому соперник вот нас поймал на этих эпизодах, которые мы сами создали себе. Вот. Ну а второй тайм, что мы заменой сделали, чтобы отыгрываться. Вот. Компоненты, они понятны. Желание у нас было огромное, и в этом мы сопернику не проиграли. Вот. Реализация моментов. Это, как всегда, на первом месте. Не сказать, что у нас в этот раз было их много, как в игре с Ростовом, но то, что мы в тренировочном процессе пытались за это время натренировать, оно порадовало. И те задумки, я имею в виду, в атакующих переходных фазах, они были. Ну, работать, еще раз работать. Второй вопрос, Леонид Ильич. Показалось, что у соперника состав был ближе к стартовому, а вы лидеров выпустили только после перерыва. Ну, как бы. То есть для вас кубок и чемпионат равновеликие величины или все-таки чему-то приоритет отдается? Ну, если взять, то у них играл не основной состав. У них оборона вся играла новая. Игроки атаки тоже новые, то есть, ну, просто вы их не заметили, это такие же основные игроки. Мы тоже не делим, у нас нет такой большой объем, а обоймы, поэтому на сегодняшний день вышли игроки, которые заслужили играть, которые в тренировочном процессе были у нас контрольные игры, тоже тот же Мастерной, он не просто вышел из пуста, но он вышел. То, что он хорошо выглядел на тренировочном процессе. Мы его и не поменяли. Он играл хорошо. Только, опять же, ошибки, которые совершались. И желтая карточка. Желтая карточка. А так, по отдаче, по игре, вот, в данном случае к Мастерному вообще вопросов нет. Но в этом заключается футбол. Кто меньше совершит ошибок, тот и выигрывает. А Кудряшов? Что Кудряшов? Есть вопрос? Есть, конечно. Кудряшов пока каждому не вышел на, да, свои кондиции. На какие кондиции? Когда мы не знаем, какие у него кондиции. Мы вот его и готовим. У нас так получилось то, что в одной из игр контрольных получил травму Калинин. Вот. И получилось так, то, что Кудряшова мы раньше времени в состав поставили. С этим связана и замена в игре с Ростовом. Сейчас мы дали как раз через игры ему набрать форму. Поэтому у нас играл Брызгалов, у нас играл Кудряшов. А у нас нет других футболистов, чтобы другие играть. Мы играем тем, кто у нас есть. И у нас достаточно обойма для того, чтобы играть и в чемпионате, и в кубке. Поэтому мы играем тем, кто у нас есть. Требования, они такие же остались, как были в том чемпионате, в концовке. Но, опять же, те индивидуальные ошибки приводят к пропущенным мячам, что над этим надо работать и требовать больше.